Balcony TV в Крыму, город Симферополь. Алекс Мингус сегодня в гостях у нас на крыше. Привет, что сегодня привез? Девушка Лим, песня. Асфальт залит насквозь, промок. Над горизонтом серый путь. Прозрачный город одинок. Ну как минуты растянуть? Девушка в джинсе, напряжение молнией в судьбе. Девушка в джинсе, девушка в джинсе, напряжение молнией в судьбе. Девушка в джинсе, пузатый клоун встал под зонт. Небо гремит в ногах ручьи. Прохладный вечер, сладокон, словно магнит ее духи. Девушка в джинсе, напряжение молнией в судьбе. Девушка в джинсе, девушка в джинсе, напряжение молнией в судьбе. Девушка в джинсе, девушка в джинсе, украшение улицы в воде. Девушка в джинсе, девушка в джинсе, напряжение молнией в судьбе. Девушка в джинсе, девушка в джинсе, девушка в джинсе. Мы только начали слушать, это так резко закончилось. Спасибо большое, Тарас. Вот, о ком песня? Или не о ком, или какое состояние было? Собирательный образ для девушек, для всех женщин. Да, в микрофон говори. Собирательный образ для девушек, для всех женщин, о любви, о счастье. Расскажи о своем проекте. Сколько у вас человек, как давно? И как, может быть, коллектив, группа, либо это индивидуально? Я играю с разными музыкантами. Это мой такой сценический псевдоним. Разную музыку играем, и свое, и каверы. И с классическими музыкантами играл, и со скрипкой. В общем, всеяден. В общем, здорово. Такой многогранный, многофункциональный музыкант, который сам пишу и кавера, и вообще зовите меня везде, и буду. Здорово, спасибо большое, что пришел к нам на Balcony TV. Пока-пока, до новых встреч. Исследуем Крым.